22 июня состоялся ученый совет КФУ. Основными темами дня стали конкурсный отбор на должности, увековечение памяти выдающихся ученых и представление к присвоению ученых званий. Главным событием заседания стало утверждение 2018 года КФУ годом Льва Толстого. Отдельно обсудили увековечение памяти выдающихся ученых Казанского университета путем установки мемориальных досок и создания именных аудиторий. Однако ключевым моментом стало голосование ученого совета по вопросу о провозглашении в КФУ 2018 года годом Льва Толстого и учреждении специальной медали. Идея нашла поддержку заседаний и, более того, приобрела сторонников и вне университета. Казанский федеральный университет выходит с инициативой следующий год объявить годом Толстого и учреждает и медаль, и премию. Прошу коллег поддержать эту инициативу, тем более со стороны университета больших затрат не ожидается, но мы надеемся, по крайней мере, на это. Премия должна вручаться за значительный вклад в развитие отечественной литературы и культуры, за произведения, написанные на русском языке. И еще одна номинация за значительный вклад в развитие отечественной литературоведческой науки. Аурелия Сташкова, Роман Самарин, Ленар Давлетьяров, Универньюз.